зрителям, подписчикам привет. Приехали на монтаж. Будем строить теплицу. Арочная крепыш 3 на 4. Там сейчас будет готовиться основание. А тут будем делать торцы. Каркас мы построили, закрепили его к брусу. Брус по уровню, диагональ, все вымерили. Сейчас будем крыть теплицу поликарбонатом. Пока кто-то прокручивает полик, одевает профиля, другой будет делать двери. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу арочная крепыш 3 на 4, цельные двери по торцам. С другой стороны также. Есть диагональные усилители. Каркас из трубы 20 на 40, поэтому крепыш. Сверху с усилителем приварено. Все это стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Так, сейчас дальше пойдем. Теплица небольшая, но очень надежная. Также имеется резиноторцевой уплотнитель по торцам. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая аккуратная и прочная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!